В Акимате Мангыстауской области состоялось подписание договора по строительству и финансированию проекта «Экогород Актау». Договор заключен между тремя иностранными компаниями Акимата Мангыстауской области. Согласно договору, стороны должны назначить генерального подрядчика для строительства и создания и структуры финансирования для развития проекта «Экогорода». Инвестиции составят 100% от суммы проекта в размере 2 миллиардов 1 миллиона долларов США с британской стороны. Китайская сторона обязалась предоставить банковскую гарантию на сумму в 400 миллионов долларов США. Для реализации проекта со стороны Акимата Мангыстауской области будет выделено 865 гектаров земли в северной части областного центра. Акиматы города Актау обязуются предоставить инфраструктуру, включая дороги, энергоснабжение, канализацию и водоснабжение. Значит, на 865 гектаров земли, значит, включает доступное жилье, торговые дома, легкие коммерческие торговые центры, школы, детские сады, медицинский центр, тематический парк, гостиничные бренды, спортивные стадионы, развлекательные заведения и различные общественные услуги и транспортное обслуживание современной энергоэко чистыми технологиями. Я думаю, это очень большой вопрос, конечно, но как раз он может стать продолжением Экспо 2017 проекта нашего президента.